Полувековой юбилей отметила сегодня школа номер 9. В актовом зале образовательного учреждения прошло торжество, посвященное красивой дате. На празднике присутствовали почетные гости, ветераны педагогического труда, люди, проработавшие в стенах 9-й средней не один десяток лет, выпускники, родители учащихся. Коллектив школы, сегодня здесь трудится более 40 учителей, поздравил от лица главы города Дмитрия Жарикова его заместитель Ольга Сидоркина. Знаю, что 9-я школа всегда была флагманом на территории нашего городского округа. Ваши достижения в системе образования детей, нравственного воспитания нашего подрастающего поколения, конечно, всегда вы были впереди. Желаю вам процветания, всего самого доброго, исполнения всех ваших заветных самых желаний. Про школу номер 9 однозначно можно сказать. Мы хорошо учим. Мы любим своих выпускников, мы любим своих учеников. Мы качественно делаем свою работу. 9-я школа была построена в 1968 году. Учебное заведение было рассчитано на 960 учащихся для обучения в две смены. На данный момент 9-й средний, профильный, физико-математический и социально-экономический классы. Высокие показатели успеваемости учеников, получение региональных грантов, вхождение в топ лучших школ Подмосковья – это все успехи школы номер 9. В этом образовательном учреждении работает высокопрофессиональный коллектив, стабильный коллектив. В этом образовательном учреждении каждый год выходят лучшие, с высокими результатами выпускники. Дети, обучающиеся всех классов, показывают свои успехи на различных конкурсах. Я могу сказать про это учреждение, что если 9-я школа за что-то берется, она всегда доводит дело до конца и всегда получает высокий результат.